Привет, это Катя. Этот рецепт не оставит равнодушным любителей пасты. Паста карбонара, пусть и не классический рецепт, но тем не менее вкусный. Теперь займемся мясом. Это может быть ветчина или бекон. Яйца пока и сыр в сторону. А бекон нарезаем, точнее это мясо даже, грудинка, нарезаем соломкой. Теперь обжарим все это на сковородочке. Чтобы дело пошло быстрее, немножко изымем у макарон воды и добавим к мяску. О, пошло готовиться. Сыр пахнет вкусно, и хотя это не пармезан, его тоже можно в рецепт. Натираем его на мелкой терочке. Теперь нужно добавить к сырно-яичной смеси немного горячего бульона, либо же, если у вас осталась вода от макарон, то ее тоже можно туда налить. И хотя существует множество занимательных легенд о том, кто придумал пасту карбонару, когда ее придумали, главное же ведь не это, а то, что это действительно вкусное и сытное блюдо, которое легко готовить и очень интересно дополнять уже по своей фантазии другими ингредиентами. Мне нравится, получилось вкусно. Если бы чуть-чуть пожирнее была свинина, было бы еще интереснее. В целом сливочно и соуса достаточно.